Всем привет, с вами дневник системного администратора, и у меня сегодня есть интересненькая темка, я думаю, она вам зайдет. Как поставить пароль на папку и папочку эту, чтобы скрыть. Давайте я вам покажу, как это можно сделать без каких-либо программ, и я думаю, вам это очень понравится. Для того, чтобы сделать, получается, нашу папочку с паролем, и чтобы она была скрыта, для этого нам нужно перейти, например, на диск. Правой кнопкой мыши, например, давайте создадим папочку. Назовем личное, да, давайте. Личное. Открываем. И здесь нам нужно создать текстовый документ. Нажимаем на него, открываем. И нам нужно вставить, будет получаться, вот такой вот конфиг. Вставляем его сюда. И здесь, как видите, пароль. Вот это мы, получается, удаляем. И сюда придумываем тот пароль, который будет показывать нашу скрытую папочку, которую мы, естественно, запаролим. Для этого, например, 123, 123, 123. Все это дело я, получается, теперь сохраняю. Нажимаю кнопочку «Сохранить». Сохранили. Нам нужно, получается, этот блокнотик переименовать полностью. Давайте вот так вот два раза кликаем. И нам нужно даже убрать, вот, например, .txt. Если вы не знаете, как изменять расширение, для этого есть упорядочник. Выбираем, здесь есть параметры, переходим во вкладочку вид, опускаемся ниже, и здесь, как видим, вот есть скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов. Здесь не должно стоять галочки. Снимаете галочку, нажимаете применить, нажимаете ОК. Тем самым у вас будет показываться расширение, которое вы сможете менять. Удаляем это все дело, и нам нужно сделать вот такое вот название locket.bat. Нажимаем кнопочку Enter. Да, мы хотим это сделать. Как видим, первый раз для того, чтобы нам нужно два раза нажать кнопочкой, запустить данный файлик, как видим, появляется папочка «Приват». Как видим, давайте в данную папочку кинем, например, давайте какие-то файлики кинем. Вот у нас есть файлики, давайте их сюда закинем. Закинули, да? Теперь вертаемся назад, нажимаем «Locket». Как видим, ребят, здесь нам нужно поставить, мы соглашаемся за... Получается, скрыть нашу папочку или же нет. Получается, мы ставим Y, нажимаем кнопочку Enter. Как видим, папочка наша теперь полностью скрыта, и мы ее нигде не видим. Давайте выйдем назад. Давайте выберем свойства. Мы видим, что у нас есть 14 мегабайт, есть 197 файлов, 12 папок, да? Но давайте откроем. Мы, получается, ничего не видим, кроме батничка данного. Давайте нажмем два раза. Как видим, у нас появляется, что нам нужно ввести пароль. Если мы введем неправильно, нажимаем, ничего у нас не происходит. Снова давайте. Ничего у нас не происходит. Если же мы откроем и введем правильный пароль, который мы там создали, нажимаем кнопочку Enter. Как видим, наша папочка появляется, и она уже не скрыта. Мы можем зайти в нее и увидеть все те файлы, которые мы туда скопировали. После того, как вы, например, поработали с данной папочкой, нажимаете два раза, чтобы снова заблокировать данную папочку, нажимаете Y и нажимаете Enter. Видим, папочка у нас скрывается. Например, даже если вы удалите данный батничек, например, удалили, да, то, естественно, ваша папка будет скрыта. Как видим, давайте перейдем. Кто-то случайно, например, удалил, да, но вы, например, вашу папочку никто не увидит. Даже вы сами ее не увидите. Вам нужно будет заново создать этот батничек, и тогда вы сможете зайти, увидеть данную папочку. Давайте попробуем. Вот я создал заново текстовый документ. Вставляем. Здесь делаем снова пароль. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сохраняем это все дело. Теперь давайте... переименуем это все дело, уберем расширение. Да. И давайте попробуем, посмотрим, работает ли. Как видим, у нас просят ввести пароль. Вводим пароль. Нажимаем кнопочку Enter. Как видим, наша папочка снова появляется. И все файлики остаются на месте. Вот, ребят, в таком формате, я думаю, вам видео зайдет. Думаю, штучка такая полезная. Сможете свободно скрывать свою личную какую-то информацию от лишних глаз. С вами был канал Дневник системного администратора.
Ставьте лайки, пишите свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями, чтобы данное видео увидело много пользователей и знали, как можно это все дело сделать. Не ломайте свои компьютеры. Всего вам хорошего. Удачи!